Всем привет! Сегодня готовим заливное из филе трески. В кастрюлю к филе трески добавляем лук, морковь и пряности. Добавляем соль. Ингредиенты залили водой и варим до готовности рыбы. 20-25 минут на среднем огне. Ингредиенты все вытащили, рыба сварилась, и процеживаем бульон через ситечко. В бульон добавляем желатин и тщательно перемешиваем. Вот так разложили все ингредиенты, и сейчас будем все заливать бульоном. Ингредиенты заливаем бульоном с желатином. Залили бульоном. Теперь заливное должно остыть и убираем в прохладное место. Вот такое обалденное заливное из филе трески получилось. Всем приятного аппетита и пока!